Привет. Как оно? А у меня здорово. А почему? А потому что узнал новую классную вещь. И называется она MOM. Message Oriented Middleware. Итак, что же это такое? Это значит программное обеспечение, ориентированное на обмен сообщениями в распределенном окружении. Прежде всего предназначено для реализации отложенного обмена сообщениями. То есть какое-то асинхронное, слабосвязное общение. Например, у нас есть какая-то большая система, и в ней компоненты каким-то образом связаны, да? Но нам не нужно, например, ответ сразу получать. Или тот, кто продюсер, и вообще, ему вообще, например, не нужен ответ. Ему нужно просто отправить и все. А когда там доставится, это не важно. То есть нужен какой-то слой для обеспечения слабосвязанности и, скажем так, асинхронности. И здесь приходят службы типа JMS из Java IE, да? Или мы можем использовать другие брокеры сообщений. В частности, я предлагаю сегодня вам слегка познакомиться. Почему слегка? Потому что я вообще не в курсах, как это толком еще работает. Ну, блин, так хочется попробовать. Короче, это у нас какой-то message broker, RabbitMQ. Так вот, у нас, получается, есть какой-то продюсер, он поставляет в этот посредник сообщения, и затем эти сообщения распределяются в консюмеры. Как это еще могло выглядеть? Вот похожая картинка, только здесь еще какой-то дополнительный слой абстракции exchanges вводится. И вот еще то же самое, тоже про RabbitMQ. То есть есть начальная и конечная точка, есть слой абстракции exchange. То есть, судя вот по этой картинке, это то, как распределяется сообщение в конечной очереди. И здесь еще есть какой-то байдинг, у которого есть какой-то кей. Чтобы, значит, это тут, значит, какая-то сверяется, как-то каким-то образом сверяться будет с ключом. Окей. То есть. И есть сами очереди. Вот так у нас, значит, работает продюсер. RabbitMQ. То есть у нас есть продюсер, который отправляет сообщение. Сперва это проходит через какой-то слой exchange, и в нем каким-то образом это помечается. Каким образом будет это письмо доставлено в конечной очереди, из которых потом консюмер у нас будет забирать все это дело. А чтобы очередь была, скажем так, доставлена, чтобы письмо было доставлено в эти очереди, здесь еще существует еще один слой. Это слой байдинга, который будет некий key. Ладно, мы это на практике еще посмотрим. Для начала, вообще, чтобы заняться данной крутой вещью, нам нужен, собственно, сервер MQ. Сервер RabbitMQ. То есть мы будем поднимать сервер. Смотрите. Значит так, идем на официальный сайт. И устанавливаем себе. Кстати, прошу заметить, что MQ построен на Erlang. Так что изучайте эликсир.
Хватит на одной Java сидеть. Так, и Phoenix тоже. Собственно, waterlang у нас, да? Это значит, какая-то у нас очередь. Ой. Брокер. Это у нас брокер, в общем, классный брокер. И идем его, скачиваем, устанавливаем. Вот. Download. Установите. Вот здесь я вот вам на всякий случай еще кину вот эту вот ссылочку. Зачем эту ссылочку? Здесь, скажем так, сказано, как установить вот такую прикольную штуку. То есть, давайте я выйду. Guest. То есть, это некая консоль. Как... Вот мы работали с этой SH2 от встроенной базы данных, там была консоль, и здесь тоже присутствует своеобразная консоль. Здесь пароль, guest. Короче, я вот эту вот ссылочку вам оставлю. Установите для начала сам месседж, сам вот этот брокер, сам этот Rabbit. И затем установите здесь плагин. Ну, выполните данные действия. Что здесь еще? Под администратором запускаем. Короче, я верю в вас. Вы разберетесь. Здесь все очень просто. Все очень-очень-очень просто. Ладно. Вот когда установите, зайдете, у нас, значит, вот. Вот такая штука появится. С помощью которой мы можем посмотреть, что есть что. На данный момент, пока у нас все здесь пусто, ничего нет. Мы это дело заполним. Поднять сервер. То есть под админскими правами просто возьмете и Rabbit Service Bus Start. И затем вы сможете вот зайти на консоль вот по следующему порту. То есть localhost и вот 15672. Короче, я вот эту вот страничку вам оставлю. Разберетесь, верю в вас. Так, значит, у нас есть брокер. Он запущен. Теперь нам нужно все это дело, этим как-то делом воспользоваться. Я, конечно, уже предварительно посмотрел, и я примерно знаю как, но могу затупить. Так. Что нам нужно? Давайте начнем. Начнем вначале с некоторых настроек, которые необходимо сделать. Так что пишем Rabbit MQ host и пишем localhost, дальше Spring Rabbit MQ, и здесь нужно порт. Вот этот порт, он дефолтный, 5672. Если вы не изменяли Spring Rabbit MQ user name, то есть вот этот guest, он дефолтный. Это дефолтные были настройки. Их, наверное, даже можно не указывать, но укажу явно. Теперь нам нужно создать вот этот, скажем так, имена для exchange, routing key, который у нас... Так, где у нас... То есть нам вот будет routing key, имя для exchange и очередь. То есть создадим, скажем так, некие специальные имена. Пишем Rabbit. Это наши имена. Это лично наши property, которые мы будем использовать. Это, скажем так, настроечные файлы.
лично наши. Допустим, RabbitMQ и здесь Direct. То есть Директ это у нас вот конкретно только в одну очередь будет поставляться. Окей. Теперь что мне нужно? Мне нужен раутинг. Раутинг. Это у нас, значит, раутинг key. И здесь Q. И здесь у нас Q. Окей. Это, скажем так, некие настроечные файлы, которые нам нужно, чтобы все это дело отобразилось вот здесь вот. Мы хотим очередь в итоге создать. Мы хотим, чтобы создать очередь. Окей. Первый шаг сделан у нас. Теперь дальше идем и создадим. Давайте создадим отдельную папочку, которая у нас будет для работы с этим брокером. Назовем ее MQ. И там создадим для начала продюсера. То есть и сразу давайте консюмер создадим. Консюмер. То есть, у меня продюсер и консюмер будет одно приложение. Но здесь это не важно. Тут главное вот сделать, скажем так, осуществить возможность, что отправили сообщение в брокер, а затем потребили. Окей. Значит, давайте. Пишем. Это у нас для начала компонент будет. Компонент. Я сразу добавлю lambuk. То есть будем некое логирование сделать. Итак, теперь. Так, это мне не нужно. Где application? Не этот application. Я хочу открыть с правой стороны. Окей. Я хочу забрать вот эти value. Так. И я хочу забрать вот эти value. Они нам нужны для построения абстракций. Для байдинга, для exchange и для очереди. Так. Ну, чуть позже все увидите. Увидим наглядно. Значит, так, пишем. Private string exchange. Первая строчка у нас готова. Давайте я вот так вот сделаю. И здесь будет routing. А это у нас будет Q. Q. Хотя давайте, чтобы яснее было, routing key же это все-таки вот таким вот образом назову не по конвенциям. Окей. Теперь нам нужно создать бины. То есть пишем public Q. Причем вот это Q. Ой, подождите. Давайте. Я забыл сказать. Смотрите.
Я забыл сказать. Нужно добавить зависимость. То есть вот стартер нужен. Нужен стартер AM QP. Вот добавьте вот этот стартер обязательно. Обязательно, чтобы у вас все хорошо сработало. Так, ладно, закрываем, продолжаем. Забыл сказать. У вас, наверное, там все в красное было. Окей, Q. И нам нужна вот эта очередь. Так. И... Ой-ой-ой. Это ж у меня bin. Надо что назвать. И пишем return. Только new. Q. И здесь я принимаю вот этот вот Q. Q. И вторым параметром на там на durability. Durability указать. Я укажу false. Типа мы живем вечно. Или не вечно. Не знаю даже, что это точно означает. Оставим на потом. Очень-очень хочется осуществить именно этот обмен. Так. Bin. Снова. Теперь нам нужно topic exchange. Нам нужен topic exchange. Пишем exchange. То есть мы сейчас вот эти вот вещи делаем. То есть queue, binding и exchange. Return. То есть мы их создадим из кода нашего. То есть все это в итоге у нас отобразится вот здесь вот каким-то образом. То есть мы увидим эту очередь, эту волшебную очередь. Значит так, пишем topic exchange, и он принимает у нас exchange. Окей, и последний bin, который нам нужен binding. Binding. Опять же public. Пишем binding. Какой binding? Binding. Здесь у нас принимается очередь. И затем topic. Topic exchange. Exchange. Здесь, как вы видите, происходит инъекция. Нам идея здесь даже подсказывает. И мы должны воспользоваться binding builder. Binding builder. Окей, теперь мы байдим на очередь. И to exchange. И все. И нужно добавить вот этот key. Окей. То есть, мы сейчас... Так, здесь... Мы вот эти вот вещи, мы вот этот путь описали, грубо говоря, чтобы у нас все было хорошо, все корректно. Теперь нам нужно создать метод. Значит так, смотрите, мы продолжаем работать над тем же проектом, на котором работали, да? То есть у нас, так, где там, schedule, то есть у нас есть вот этот вот, эта вещь, которая работает по расписанию, да?
экзекьютор, который позволяет нам работать по расписанию. Вот я предлагаю им воспользоваться и просто продюсер по расписанию. Ну как по расписанию? Мы будем каждые 10 секунд какие-нибудь отправлять. Так, где я опять потерялся? А вот. Потому что закрытая папка. Окей, делаем публичный метод. Значит, паблик void. Паблик void. Паблик void. Как мы называем? Давайте просто produce. Так, и здесь он что-то у нас делает. Мы schedule, и здесь fixed delay. Fixed delay сделаем, fixed delay. И, допустим, давайте каждые 10 секунд будем отправлять. А как отправлять? А отправлять мы воспользуемся очередным чудо-темплейтом. Идем и пишем autovar private rabbit template. То есть я предполагаю, что из названия и из предыдущего опыта вы уже догадываетесь, что делает данный темплейт. То есть он опять какой-то шаблонный код от нас скрывает и предоставляет нам сразу какие-то классные возможности, чтобы отправлять. Значит, пишем rabbit template convert and send. Convert and send. Так, что отправлять там будем, а? Что отправлять там будем? Даже не знаю. Ну ладно, для начала нам вообще нужно указать, что exchange, нам нужно exchange указать и routing key. То есть мы вот этот вот указали тип и routing key. То есть routing key будет у нас ответственен за какую очередь все это дело воткнуть, вероятно. Окей, и теперь нам нужно какое-то сообщение, да? Какое сообщение? Давайте, чтобы сообщения были разные, воткнем здесь поле. Опять, как в прошлый раз сделали? Так. Здесь я I так сделаю. И давайте я воткну. Назову counter и плюс I. Вот так вот, чтобы хоть как-то изменялось. Все это дело, да? Чтобы все как-то это дело изменялось. Окей. То есть, что мы сейчас ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть, что в нашем брокере сообщений каждые 10 секунд должно быть появляться вот это чудо. Вот это чудо. Так что давайте запускаем все это дело. Надеюсь, что это все дело запустится. Ага. Так. Я хочу остановить. Я лог хочу сделать. Я забыл. Лог, инфо. И точно такой же лог сделал. Окей. И теперь run. Прикольно. То есть отправляем сообщение асинхронно и забываем
Круто, круто. Смотрим. То есть сообщение у нас, скажем так, по крайней мере, вот этот метод работает. Идем в нашу консоль. И что мы видим? Мы видим, для начала появилась очередь. И увеличивается сообщение. К нам что-то приходит. Здесь рефреш каждые 5 секунд стоит. О, 5-е сообщение пришло. Круто. Классно. То есть можно отправлять сообщение вот в таком асинхронном варианте. Давайте заглянем в очередь. Очень-очень прикольная консоль, судя по всему. Надо будет поискать. Ладно, я хочу найти. О, get messages. И. А где get message можно посмотреть? Get messages. Вот здесь counter 2. Вот, отлично. Окей, а как следующий посмотреть? Непонятно. Ладно, у нас там уже очень много сообщений накопилось. То есть уже 12. Круто. Уже 15. То есть мы умеем отправлять сообщения в наш брокер. Здорово. Так, теперь это все дело нужно как-то потребить. Давайте теперь займемся нашим потреблением. То есть нам нужен опять этот компонент. Компонент, который у нас будет все это дело потреблять. Ну, мы сделаем по-простому. Мы просто заведем метод public void. А, кстати, я обязательно сейчас добавлю sj4. Также сделаю логирование, чтобы все было видно. Receive назову. Хотя нет, давайте consume. Хочу consume. Consume. И. У нас приходят строчки. Поэтому мы вот так вот сделаем. String message. В принципе, можно отправлять и объекты, но нужно будет производить конвертацию. То есть нужно будет дополнительный механизм, как вы конвертируете ваш объект. Но это мы сделаем в другой раз и заодно лучше подготовимся. Сейчас я хочу просто попробовать, как все это дело работает. Так, логин инфо, я хочу сделать consume и добавить message. Окей. И здесь нужно добавить следующую аннотацию. Rabbit listener. Очень просто, да? И здесь мне нужно просто указать очередь. Ой, не то. Короче. То есть я снова достаю вот этого значения. Все очень просто, как вы видите. Элементарно. А, точку с запятой забыл. Окей. Вот весь механизм простой. Если там какой бы объект приходил, то надо это делать как-то все было. То есть конвертацию нужно заниматься. Ладно, давайте тестируем. Сейчас у нас мы должны это все дело потребить.
и должен вот такой просто список сразу у нас появиться. И смотрите, смотрите, consume. Вот наш список моментально, сразу все потребило. А так как, а теперь смотрите, мы же производим и сразу читаем, Причем это происходит настолько быстро, что я боюсь, что мы даже не успеем здесь что-то увидеть. Что-то увидеть здесь вряд ли успеем. Даже если я сделаю... А здесь есть только 5 секунд, возможно. 5 секунд. Надо было задержку сделать у консьюма, чтобы было явно. Давайте сделаем задержку у консьюма. Мне даже интересно, а как он отработает? Thread. Я разобрал. Thread, sleep. Давайте одну секунду. Давайте хотя бы, чтобы он 5 секунд спал. И здесь мне нужно опять этот бросить. Throw interrupted. Окей. Я перезапущу сейчас. Посмотрю. Интересно, как будет работать. То есть этот метод, скажем так, рекурсивно работает. Да. Походу именно таким образом, то есть здесь засыпает все-таки и потом читает. То есть каждый раз вызывается каким-то образом. Интересно, я здесь успею увидеть? Да. Здесь рефреша даже нет нормальной кнопки. Где нормальная кнопка refresh? Так. Ладно. Стоп. То есть вот такой есть классный механизм, как вы можете осуществить интеграцию между частями своей большой программы. Но это, скорее всего, в обычной жизни, скажем так, если вы свои какие-то маленькие приложения будете создавать, это вряд ли вам понадобится. А вот если вы будете работать с какой-то большой командой, то это, по идее, должно быть даже очень-очень востребованная вещь. Правда, есть еще Kafka, и Kafka вроде вообще какой-то монстр. То есть тоже он, это брокер сообщений. Но и тут у нас на главной страничке, типа востребованного, очень весьма востребованный ресурс. Окей, поверим, что это так. Значит так, давайте вкратце повторим. Сперва нужно все это дело установить. Ссылку тут вспомогательную я вам оставлю. У вас появится в итоге консоль. Имя, пароль, как здесь написано. Вот, они стандартные. То есть guest. Запустить все это дело нужно под админской консолью. Запускается Rabbit. Естественно, у вас должен быть это HomePad. Чтобы вот так можно было запускать. Окей. То есть переменные параметры среды, или как там называлось. Так.
То есть вот переменные среды вам нужно указать, чтобы запускать таким образом. Окей, допустим, вы установили, что дальше? Дальше нам нужно настроечные файлы. Мы описываем connect серверу, а вот это мы описываем, скажем так, очередь и ее элементы. То есть, exchange, binding и query. И все это связываем с одним именем. То есть, exchange у нас direct, routing key и query. Это значит будет все имя ключа такое будет. И как очередь называется. Вот это у нас как очередь называется. То есть, вот если мы сейчас зайдем еще раз в консоль. То есть вот название очереди. MyRabbit Queue. То есть это как очередь называется. Это как у нас распределяются сообщения. Так, вот как распределяются сообщения. Мы могли бы топик сделать или find-out. И ключ. Ключ это вот вся вот эта строчка будет. Окей. Теперь идем и создаем продюсер, в котором мы, во-первых, подключаем Rabbit Template, с помощью которого мы будем стучаться в наш брокер, да. Создадим вот эти value. То есть извлечем настроечные файлы, сразу их свяжем. И создадим специальные бины. То есть создадим эти сущности. То есть это все каким-то образом организуется у нас бутом получается, да, Spring Boot'ом, что у нас получится в итоге все это дело, как-то это все дело вот здесь вот отобразится каким-то магическим способом. Ну и последнее, нужно просто создать какой-то метод продюсер, и я вот таким вот простым способом, то есть мы используем то, что выучили в последний раз, а выучили мы, значит, работу по расписанию, и просто добавляем наши данные с помощью Rabbit Template. Здесь мы используем вот эти вот имена. И передаем какое-то сообщение. Окей. И нужно еще указать consumer. Consumer, как видим, гораздо проще. Нужно просто воспользоваться аннотацией Rabbit Listener и указать, что мы слушаем такую-то очередь. Все. А, и здесь у метода нужно указать, что он потребляет. Окей, все очень-очень просто. Круто. Ладно, в следующий раз нужно это с понятиями четко разобраться. Интересно, конечно, все это интересно, но нужно понимать, так сказать. Ладно. Изучайте Spring, изучайте RabbitMQ. Будете на больших производствах, вам это понадобится. Правда, вы можете работать с другими брокерами, но идея одна и та же. То есть мы делаем некие части наших программ слабо связанными. Или вообще это может быть даже не наша программа, а просто мы хотим связаться с какой-то другой системой, скажем так, в асинхронном режиме. Ладно. Советую, кстати, вам еще почитать вот это. И почитайте саму про RabbitMQ.
Окей, окей, ладно, все, 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 хватит, хватит. И так уже много времени. See you next time.